Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы вернемся к теме дизайна. Но сначала привет, Бишкек. Кто знает, тот поймет. Итак, дизайн, и даже уже значительно уже кривые Безье. Очень удобная, даже незаменимая вещь при работе с векторной графикой. У кривых Безье мы будем говорить на примере Gravit Design. Я пока буду рисовать и параллельно рассказывать. Рисую я не в реальном времени, но вы и так, я думаю, это поняли. Когда я делал обзор на скринкаст по программе Gravit Design, бесплатному и очень неплохому, кстати, графическому редактору, я говорил, что кривые Безье — это очень удобно, но к ним нужно привыкнуть. В комментариях к тому скринкасту один человек мне написал, что может он какой-то не такой, все говорят, что кривые Безье — это просто, а он не может понять, как ими пользоваться. На самом деле кривые Безье — это не просто, но без них действительно в векторной графике делать нечего. Поэтому я решил посвятить отдельный скринкаст только кривым Безье. Собственно, сейчас вы видите работу с кривыми, только очень быструю. Я уже говорил, что рисование в векторе — это не совсем рисование, это скорее математика, логика. Тут надо запомнить правило — каждое движение не конечно, к нему всегда можно вернуться, иногда даже нужно вернуться. Ладно, все, надоело мне рисовать, на самом деле отрисовать Феррари в кривых — дело непростое, но зато тут очень много гнутых линий, идеально для демонстрации работы с кривыми. Итак, я уже говорил, что в Gravit Design есть прямая линия, геометрическая фигура и кривые. На самом деле можно сказать, что все здесь кривые, просто иногда они выглядят прямыми. Любую прямую можно переделать в кривую, причем такой замысловатой формы, что аж жуть. Как это делается и зачем это? Если вы смотрели предыдущий скринкаст, мы там рисовали логотип Facebook. Вот этот изгиб. Попробуйте повторить его от руки. Конечно, если вы неплохой художник, у вас получится, но представьте сотню таких линий. Собственно, для этого и существуют кривые Безье. Появились они в 60-х годах прошлого века и связаны с автомобилестроением, поэтому, собственно, я и рисовал Феррари. Правда, патент на кривые принадлежит инженеру Рено, а не Феррари, Пьеру Безье. Он, кстати, в этом не первооткрыватель, а последователь советского математика Сергея Бернштейна. То есть можно сказать, что кривые Безье родом из России. Как с ними работать? Просто и сложно одновременно. Сейчас я попробую объяснить. Кривые вы рисуете инструментом Pen. На самом деле и Bezigon, и Freehand, и даже Knife — это относится к кривым, просто там разные алгоритмы. Но остановимся на Pen. Ставим точку и вторую точку. Мы можем ее поставить в произвольном месте, но если держать нажатым Shift, программа предложит направляющую по прямой или под углом 45 градусов. Ну, удобно, согласитесь? Если, кстати, держать зажатым Ctrl, он будет искать в качестве ориентира любую точку и предлагать направляющую по прямой от нее. Видите вот эта зеленая линия? Сейчас поймете, зачем это. Ставим вторую точку. Просто клик левой кнопкой мыши. Ставим третью. При зажатом Ctrl он находит точку и предлагает ее ориентиром. То есть, если бы мы соединили все точки, получили бы прямоугольный треугольник. Но мы пока оставим просто две линии. Чтобы закончить рисование, ну, чтобы он не предлагал ставить следующую точку, нужно не один, а два раза кликнуть левой кнопкой мыши. Все, фигура есть. Теперь, кстати, если вернуться к любой точке с инструментом Pen, он эту точку удалит. Отменить действие Ctrl-Z. Для того, чтобы работать с точками, нам нужна закладка Select. Pointer выделяет всю фигуру, которую можно крутить, вертеть, увеличивать, уменьшать, а Subselect позволяет работать с отдельными точками. Вот точка, в которой сходятся две линии под углом. Давайте сделаем линии потолще для наглядности. А вот эта кнопка меняет представление и превращает прямые линии в кривые Безье. То есть поведение линий зависит от двух этих направляющих. Причем вести себя кривые могут по-разному. Это mirror, то есть отражение. Линия меняется симметрично относительно ключевой точки. Вот это disconnect, видите, линии ведут себя независимо. И symmetric, это похоже на mirror, поведение линий с обеих сторон от точки зависимо, но можно менять длину колена. Это может быть не совсем понятно, но попробуйте и вы увидите разницу. И собственно все. Я говорил, что это просто и сложно одновременно. Кажется, ну да, все понятно, но начните рисовать, и первое время будет непривычно. Но 5-6 часов, и вы будете с кривыми на «ты». Ну и, соответственно, если вы замкнете точки, то есть кликните последней точкой на первой, то получите произвольную фигуру, у которой каждая точка также может изменять представление соседних линий на кривые Безье и полностью поменять вид фигуры.
Вообще удивительно, что любая тема, за которую не возьмись, просто неисчерпаема. Казалось, кривые безье настолько узкая тема, что в целом скринкасте я ее вдоль и поперек расскажу и покажу. Но все равно куча всего осталась за кадром. Все, любите друг друга, рисуйте в Gravity Designer, рисуйте в Corel Draw, в After Effects, в Cinema 4D. Кривые безье настолько универсальны, что они везде одинаковые. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.